Пограничники, представители этого рода войск всегда были в особом почете у жителей нашего города. И это не случайно. Географическое месторасположение предопределило судьбу Бреста, который является местом встречи интересов Запада и Востока. На протяжении многих лет в нашем городе развивается учебная подготовительная пограничная школа, попасть в которую стремятся стражи границ из разных уголков Беларуси. Я лично хотела бы всегда принимать участие в охране государственной границы, поэтому я выбрала органы пограничной службы. Вот, карьерная лестница моя начиналась с обычного контролера, и теперь я старший контролер группы специальной проверки документов. Но я надеюсь на этом не останавливаться и в дальнейшем, в будущем идти дальше по карьерной лестнице. Сегодня очередной выпускной. 22 комплекта формы военнослужащих пополнились новыми атрибутами. На зеленых погонах засияли лейтенантские звезды. Конечно, путь к очередному званию у каждого из этих молодых офицеров был свой. Однако все они очень старались и стремились к заветной мечте. Достойно закончили. Я, как председатель аттестационной комиссии, это смело подтверждаю. Очень высокий балл они показали. По всем дисциплинам, которые они сдавали, это три, они сдали с общим баллом 8,6. Достаточно высокий балл. Поэтому сегодня они, наверное, самые достойные, чтобы получить эти лейтенантские погоны. Торжественная церемония вручения первых офицерских званий прошла традиционно в стенах Брестской крепости. Этот ритуал всегда по-особенному важен и волнителен для молодых стражей границ. Ведь именно здесь, в священной цитадели, 22 июня 1941 года родилась трагическая и в то же время героическая страница летописи большой истории нашего народа. Стражи рубежей приняли на себя первый удар врага и героически сражались во имя мира и благополучия. Сегодня, вспоминая тех, чьи военные билеты пробила фашистская пуля, молодые офицеры дают клятву также верно и преданно служить своему Отечеству. Дорожить и высоко нести честь и достоинство офицеров органов пограничной службы. Быть примером для товарищей и подчиненных. Быть патриотом Республики Беларусь, своими делами и поступками укреплять пограничную безопасность. Впервые решение о подготовке специалистов для отделений пограничного контроля было принято в 1961 году. С этого времени и до сегодняшних дней совершенствовались формы и методики обучения. Изменился образовательный профиль, но неизменным оставалось главное. Служба в рядах стражей границы становилась все более популярной. А потому в Бресте назрела необходимость открытия класса военно-патриотической направленности, в котором сегодня рождается и воспитывается будущая смена для элитного подразделения. Все это способствует тому, чтобы наши ребята чувствовали ответственность за свои поступки, чувствовали ответственность за то дело, которое им поручается. И, конечно же, классы пограничные очень дружные. Они переживают друг за друга и стремятся помогать друг другу как в учебе, так и в общественной жизни. Потому что те мероприятия, которые проводятся в школе и по линии пограничного отряда, помогают сплотить ребят, увлечь их настоящими интересными делами, акциями, проектами. Все это способствует их военно-патриотическому воспитанию. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Буг ТВ».